Физкульт. Мужики. Злые вы, мужики. Что-то он как-то... Странно носится туда-сюда, туда-сюда. Сонова! Старался. 52-й. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне патроны заканчиваются. У него патроны кончились. Только ему не рассказывайте, пожалуйста. Вообще кончились патроны. Стараюсь добежать до Меченки и воспользоваться ключом. Чего? Я не удивлюсь, если сейчас оба мертвы. Один, да? Второй убежал. Хотя в него вроде тоже нормальная очередь вошла. Вот, может быть, просто так стрелял. Ну, выходи, притом. Да что со мной не так? Жесть. Это было близко. Даже очень. Это у меня склада, кажется. Вот это по-нашему. Вот это я люблю. Блин, ну могли бы видяху положить? По красоте все было. Ради таких моментов и стоит ходить на завод. Вот вечно я попадаюсь на эту магию. Что вот тут сидит, вот тут сидят. Ты как бы с краю смотришь и туда смотришь. А, это разные были парни. Все, понял.
А там еще есть. Алиса Двача. Ну, Алису оседлал. День прошел не зря. На кой КС-23 вот в таком виде? Я даже без очков. Вы видели, насколько она меня ослепила? Или бот. Так, ладно, работаем дальше. Вместе веселее работать. Тихо, больно. Как насчет объединиться? Стрёмное местечко-то, да? Так, что тут у нас? Прекратить огонь! Не стрелять! Проверь это. Прекратить огонь! Да, СП-5 как раз по плоти хорошо зашли. Ты дурак, куда гранату кинул? Да где ты? Жесть какая! Я потерялся. Не страшно. Я пропитал, не выпил. Фига себе у тебя дробь. Напугал. Хорошее место. Все сами приходят. Начало получше идет. Причем странно, я не слышал лестницу. Кстати, трое. Еще один снизу наставил. Вот. А! Вот как выбивают все. Сейчас не зарашили. Что за Вьетнам начался? Все нормально. Они, видимо, кучно первый этаж заняли.
Мастер гранатного боя. Просто сам не ожидал. Если понравился ролик, поддерживайте его лайками, комментариями и подпиской на канал, если вы еще не подписаны.